Народ, привет! Сегодня нам пришла посылочка. Из Самары. Посылочки у нас в этот раз не что-то новенькое, а БУ. И здесь у нас дрифт. Ребятки, у нас дрифт. И еще небольшой бонус по моей просьбе от предыдущего хозяина. Резина от Рема Хобби. У меня от моей Рема Хобби осталось 5 колес. А мне, в принципе, нужно было 6. И человек отдал свою запаску, так как ей не пользуется. И я хочу собрать колеса, как бы летний вариант на гелика. Здоровые, как вы знаете, у меня зимний вариант. А эти, заклею их полностью, чтобы они не пропускали. И будет летний вариант, потому что резина такая цепкая. Вот, и... В принципе, я думаю, мне ее хватит. Так, ну что, давайте достанем все, а потом будем смотреть. Сейчас коробку выкинем. Так, это шасси, я так понимаю. Так, какая-то железочка выскочила, скорее всего, это от колеса, от вала, приводного вала. Так, смотрите, значит, так как у нас дрифт, колеса у нас в комплекте лысенькие. Но гонял, как он сказал, по асфальту. Поэтому для ковра они не пойдут. Диски, я так понял, ребята красили сами. Потому что они, ну, они крепкие, пластиковые, крепкие. Хотя, не знаю, сами, не сами. Но тут почему-то отваливается краска. Ходит. Но я уже подумал, да, скорее всего, они были какие-то серые. Вот, а сейчас они стали синенькие. Хочу покрасить их хром-краской. Мне кажется, с такой полкой хромированные колеса будут смотреться очень даже зачетненько. Ну ладно, это посмотрим дальше, что будет. Так. И еще он мне подогнал вот такую коробочку с запчастями. Упаковано все хорошо. Так, давайте я большую коробку уберу. Так. Та-дам. Ну вот тут он мне молодец. Всего положил. И упаковочки, это всего пакетики. Упаковку от суперклея, самое главное, мне нужна была. Вот. Ну ладно, это шутка. Так, ну тут, короче, куча запчастей. Как он мне сказал, здесь можно собрать еще целую шасси. Ну и по виду шасси, я думаю, да, что-то, наверное, можно будет тут подсобрать. Если надо. Так, ну ладно. Вот раз дека. Два дека. А, это вот, кстати, крепеж на магнитиках. Что тут у него поломано? Ну ладно, разберемся. Так, это, наверное, нам вот в ближайшее время понадобится. Ладно, тут что-то эксперименты у него были. Ладно, все это в сторону. А шашки вон. Такая дека есть. Такая. Это как? Не знаю. Дрифта у меня никогда не было. Запчасти я люблю. Изобретать что-то новое.
из хлама. Так что добавится еще одна коробочка к моим запчастям. Ну что, самое интересное. Так, о, серва. Запасная или тут нету? А, нет, откручена. Та-дам. Во. И тут у нас идет резина такая дорожная. Мягенькая. Шасси HPI Sprint 1-2, не знаю. Задний заблоченный, передний разблокированный дифференциал. Выворот вроде такой солидненький. Так. А вот эта стоечка, это у нас, куда это вообще ставится? А, это вот передние стойки. А это, походу, задние. И задние прикручиваются вот сюда. Ну да, вот. Так, ну ладно. Значит, стоит у нас здесь БК-системочка фирмы TrackStar. 80 ампер. Вот он. Так, значит, давайте сразу прикрутим, чтобы посмотреть, что у нас с корками. Давайте попробуем корочки. Какие нам пришли с вами корочки? Кузовков у нас два с вами. Уже побитое временем АЕ-86 с такой самодельной решеточкой. И вот такой BMW. Не знаю, что это. А, М3. М3. Ну, давайте-ка посмотрим. Так, что у нас здесь? Здесь, в принципе, что-то тоже. Магниты должны быть. Но магнитов нет. Магнит есть сзади. Значит, стоечки, что мы делаем? Назад складываем. Модному подкрылочки сделано, чтобы грязь не летела в шасси. Ну ладно, давайте накинем, так подсунем сюда и посмотрим на нее. Ну вроде ничего так, да, смотрится. Ну ладно, крепежку мы сделаем. Как вам? Так, ладно. Этот кузов посвежее. А этот... Оба-на. Ну, такой. Подушатанный. Но тоже, в принципе, под одну и ту же базу, самое главное. Посмотрим. Может быть, что-нибудь придумаем с ним. Не знаю, как должно гудеть, как должно шуршать. Но я думаю, что нам срочно надо это дело запускать. Есть у меня вот такая аппаратурочка. Тоже. HPI. О, загорелось. Так, ладно, выключим. Теперь надо найти на нее приемничек. Так, значит. Оп. Оп. Так. Вот тут вот. Сюда. Сюда. Включаем аппаратуру. Аппаратура, блин, с какой-то антенны. Не знаю. Как это, что будет? И вот тут у нас кнопочка. Так. Что у нас здесь? Ну все, вроде сконнектилась аппаратурка.
Так, непонятно. Выключаем. Что-то у меня сдохло. Все-таки батарейки у меня дохлые. Так, снова мы коннектимся. Мигает что-то у нас тут. Так, мигает то, что у нас. Так, выключаем. Я как всегда не туда все поставил. Ну что, мигает батареечки, все-таки севшие. Включаем. Так, все, сконнектилось. А, серво у нас не прикручено. Так, ну ладно, работает. Так, вперед-назад. Надо поставить реверс. Ну что? По поводу шустрости я вам скажу, очень даже она шустренькая. Ну ладно, самое главное, дури в ней дай дорогу. Ну что, с почином, ребятушки. Будем пробовать, будем испытывать вот такой дрифт BMW. Вот такая у нас теперь еще одна шаська. Посмотрим, как она будет гонять на таких колесах, на таких. Посмотрим. Но очень быстро, надо что-то поплавнее попробовать настроить, убрать двойные расходы, потому что надо, чтобы она еле-еле трогалась. Вот. А она у нас, ну, вот так уже получше. Так, тут чуть-чуть у меня что-то гайки. Ага, колеса раскручены. Ну вот, дури в ней, дай дорогу. Ну все, вырубаем.